Блядь, я прям хочу его выебать. Давай. Привет, нравится контент? Хочешь его поддержать? Твинек оставил ссылку в описании. Ваши донаты обязательно попадут в ролик. Приятного просмотра. Бля, ну и голос от пизды. Не, вот сейчас буду красивый, я сейчас максимально... Вы видели, блядь, я только что вспомнил. Вы видели, что этот Пушка сказала, что сейчас в СНГ стримы, типа, это позорная хуйня, то, что трэш, типа, залупа ебаная, то, что, типа, стримеры уебаны. Вы слышали это? Охуеть, блядь. Все, пацаны, я не отвлекаюсь вообще ни на приборчики, ни на что. Я максимально сейчас аккуратно буду играть. Фом-фом, фом-фом. Братик, сиди, пожалуйста. Кстати, историю браузера, тихо-тихо. Братик, смотри только историю браузера. Понятное дело. Пиздит. Порно видео онлайн. Русское порно. Бесплатно. Чел пишет, Пушка. Нет, блядь, катапульта. А разве у вас не трэш-контент? У нас? Нет, блядь. У нас охуенный контент. Адекватный, фул. Платно. Не совсем, конечно, развивающий, но... Развиваться будете в школе, блядь. Ариньян порно видео. Бля, я говорю, вот типа, ну ладно, вот искал он порнуху с Ариньян. Ну типа, там просто так странно, что он в один день искал порнуху с Ариньян, и потом на следующий день. Типа, смотрите, либо он нашел что-то годное и второй раз подрочил. Либо же он не нашел и такой думает, блять, вот сейчас точно найду, нахуй. Ну, немножко. Бать, потрогай. Ариньян порно. Ты чекал мою историю браузера? Дебил. Ариньян, это все случайно. Можно Цезарь, пожалуйста. Ебать, мага охуенный в жизни. Дельфин, блядь, просто нахуй. Ебать. У него прям, короче, лицо как будто идеально сделано. Посмотрите, он как аниме-персонаж какой-то. Ебать, он охуенный в жизни, пиздец. Пожалуйста, да. Хорошо. Может, ты такой? Что? Что? Да, блядь! Да я ж пошутил. Куда? Ну почему? А к чему фраза, блядь, я ж пошутил, нахуй? Куда? Кто звонит, нахуй? Алло, да. Бля, недавно смотрел тачки. Ебать, это охуенно. У меня, короче... Вот приедет новая машина моя, я сразу завещание напишу. 750 сил! Ебать, я буду взрывать нахуй! Я просто представляю, так, оп, я машину обхожу, и тапку в пол, и она прям такая... Вот тут, блядь, до Борисполя буду ехать 60 по левой полосе, блядь. 750 сил машина новая. Бля, дефолт под коврами между. Бля, иногда на себя смотрю, как же мне идут усы. Блин, я такой прям сексуальный с усами. Бля, я б сам себе бы дал. Блядь, это Тити, ёбаная. Бля, я даю смог, меня прошивают 3 АВП. Я даю смог, бля. Сука, с трусами на башке, блядь. Тихо, у меня дети, блядь! Дети спят! Тильт, блять. Ребят, спасибо большое, что посмотрели данный видеоматериал. Ебать, Слава худой. Стоп. Но и сейчас не толстый. Ебать, он красиво выглядит, блять. Ебать, это, кстати, стильно выглядит. Смотрите, вот я типа...
Я просто сделал, поставил на паузу, и типа чувствуется стилек. Ну, типа вот, вот такой вот Nike и вот такой вот Nike. Типа два Nike. Красиво выглядит? Обязательно поставьте на него лайкусик, подпишитесь, там колокольчик бахните, позвоните в него, пожалуйста, чтобы вам приходили уведомления о том, что я... Не, мне кажется, Слава немножечко набрал. Он прям здесь такой худенький, вообще сексуальный. Блин, Слава, не знаю, он такой красивый прям. Выложил новый видосик. Ну, в принципе, все, ребят. Спасибо, реально. Большое, что посмотрели. До скорых встреч. Пока, блядь. Во мне дырка за шею, я пустой, как мой кошель. Мир, тир, ты мишень.